Медвежонок Бамси. Все начинается с того, что мышь Крёс узнает о золоте на бобровой плотине. А вот так. Кто хочет снести плотину за одну крону? Я! Ну, если они разрушат плотину, тогда вся наша деревня окажется под водой. И наши дома... Не волнуйся, попрыгунчик. Пока я здесь, плотина останется на своем месте. Ура! Глупый, наглый медведь! Неужели никто не может от него избавиться? Я Крёс, самая богатая. Я хотел сказать, самая добрая мышь в мире. Коварный мышонок Крёс обращается к волшебнице, чтобы помешать Бамси, а друзья объединяются, чтобы спасти свои дома. Мы остановим Крёза! От наводнения. И кто знает, может, помощь придет, откуда ее совсем не ждали. Медвежонок Бамси и дочь волшебницы.